Мэри, ты тоже пришла? Надя, молодец. Молодец, Мэри пришла. Давай, ложись. Ложись, давай. Давай я вам, раз вы обе здесь, я вам сказку расскажу. В том же году у нас ежик здесь жил. Вот. Маруся, ты все пыталась ежика поймать. Вот. Сказка про очень вежливого ежика. Очень вежливого. В одной сказочной стране жил очень вежливый ежик. Идет этот ежик по лесу с котомочкой, с тросточкой. И смотрит ему навстречу, не навстречу, а на дереве сидит соловей-разбойник. Он говорит: «Здравствуй, соловей-разбойник». Он говорит: «Здравствуй, ежик». «До свидания, соловей-разбойник». «До свидания, ежик». Идет дальше, видит избушка на курьих ножках. Он говорит: «Здравствуй, избушка на курьих ножках». «Ну, здравствуй, ежик». «Здравствуй, баба-яга». «Здравствуй, ежик». «До свидания, избушка на курьих ножках». «До свидания, ежик». «До свидания, баба-яга». «До свидания, ежик». Идет дальше, смотрит пещера, из нее три головы. Он: «Здравствуй, средняя голова змея Горыныча». Тут: «Здравствуй, ежик». «Здравствуй, правая голова змея Горыныча». «Здравствуй, ежик». «Здравствуй, левая голова змея Горыныча». «Здравствуй, ежик». «До свидания, средняя голова змея Горыныча». «До свидания». «До свидания, правая голова змея Горыныча». «До свидания, ежик». «До свидания, левая голова змея Горыныча». «До свидания, ежик». Идет дальше, ему навстречу три богатыря. Он: «Здравствуй, Илья Муромец». «Здравствуй, ежик». «Здравствуй, Добрыня Никитич». «Здравствуй, ежик». «Здравствуй, Алеша Попович». «Здравствуй, ежик». «Здравствуй, лошадь Илья Муромца». «Здравствуй, ежик». «Здравствуй, лошадь Добрыня Никитич». «Здравствуй, ежик». «Здравствуй, лошадь Алеша Попович». «Здравствуй, ежик». «До свидания, Илья Муромец». «До свидания, ежик». «До свидания, Добрыня Никитич». «До свидания, ежик». «До свидания, Алеша Попович». «До свидания, ежик». «До свидания, лошадь Илья Муромца». «До свидания, ежик». «До свидания, лошадь Добрыня Никитича». «До свидания, ежик». «До свидания, лошадь Алеши Поповича». «До свидания, ежик». Ну, идет он такой дальше, тра-ля-ля, тополя такой, насвистывает. И навстречу ему такой несется такая ватага лошадей. Увидев ежика, они так неожиданно останавливаются, у всех глаза квадратные. Это Али-Баба и 40 разбойников. Ежик такой: «Здравствуй, Али-Баба». Тот: «Не-не-не, ежик, пошел ты нахрен! Мы из-за тебя прошлый раз тут в лесу неделю проторчал, у вас половина лошадей с голоду сдохла». До свидания, друзья мои. Это была сказка про ежика. Все, давай спать, ложись. Чего ты? Потрогать папу хочешь? Ну давай потрогай. Да ладно, ладно. Все, ложись, ложись.